Этот взгляд мне знаком. Ты тоже из выживших, да? Мне знаком этот взгляд. Твои близкие погибли. Тебе много пришлось пережить. Мне тоже. Я потеряла целый отряд собирателей прямо в минуту. И теперь я топлю доску в пойле, потому что боюсь перейти к ответным действиям. Что было с отрядом? Мы искали утиль. Наткнулись на очень многообещающую жилу к югу отсюда. Полезли сразу, не выслав вперед разведчиков. Все жадность. Короче, стали спускаться, и на нас почти сразу бросился великан. Половина отряда погибла за секунды. Их раздавили, как жуков. Я сама чудом выбралась. Этого великана разведчики называют Лак-Псих. Большой злой психованный мутант. Будь у меня твои пушки и снаряга, я бы вернулась и убила его. Но у меня таких нет. Системы активируются.
Желаю удачи! Системы активируются! Приехали. Возвращайся скорее, Уокер. Вижу какое-то жилье, огромное логово. Ну, если реально огромное, действуй осторожно. Вероятно, перед тобой жилище одного из великанов Авадона. Thank you.
Ха-ха-ха!
огромный мутант. Авадона убит. Отлично. Иногда большие мутанты становятся слишком умными. Начинают просить и нападать на всех подряд. Лучше разобраться с ними, пока не поздно. Уокер, мы все еще должны найти доктора Квасира. Активируется. Включен режим ожидания. Системы активируются.
Возвращайся скорее, Уокер. Теорит. Включен режим ожидания. Невыносимо знать о том, что этот гигантский мутант на свободе убивает людей. Кто-то должен его остановить раз и навсегда. У меня для тебя новости. Блак мертв. Мертв? Невероятно. И мне нечего предложить тебе, кроме своей благодарности. Надеюсь, ты еще отомстишь за своих рейнджеров. Счастливый клиент! С возвращением в магазин Бойки! Возвращайтесь. Приходи еще.